Уважаемые друзья и коллеги, перед вами необычный учебник. Это учебник электронный. Посвящен он очень интересному предмету, который называется психогенетика. Психогенетика является обязательной дисциплиной в образовании психологов. Сначала я хочу познакомить вас со структурой этого учебника, поскольку, может быть, вы впервые сталкиваетесь с таким необычным изданием. В данном учебнике вы увидите разные формы представления материала. Во-первых, это традиционный текст, который вы всегда видите в обычных учебниках. В этом тексте есть и иллюстрации, есть и какие-то таблицы, схемы. Вы будете к ним обращаться по мере необходимости. Учебник снабжен также словарем. Если есть непонятные для вас термины, вы всегда можете обратиться к толкованию этих терминов. Я думаю, что такая форма учебника очень полезна, интересна, необычна. И знакомство с предметом в электронной форме будет гораздо интереснее, чем знакомство с предметом по обычному печатному изданию. Что я хочу порекомендовать вам, прежде чем вы начнете знакомиться с этим курсом? Во-первых, каждая тема должна быть вами прочитана. Я советую сделать это два раза. Сначала бегло, чтобы познакомиться с тем, что дается в этой теме. Затем более подробно, углубленно. Если вам встретятся незнакомые понятия, не стесняйтесь сразу же обратиться к словарю. Если вы увидите картинки или таблички, пожалуйста, тоже обратите на них внимание. То есть вы в этот момент познакомитесь с темой уже углубленно. Затем после темы следуют контрольные задания. Это тесты, интерактивные задания, которые способствуют более глубокому пониманию материала. Здесь осуществляется обратная связь между изложением предмета и вашим восприятием, вашим пониманием. Постарайтесь после темы попробовать выполнить эти электронные задания. Если не все сразу будет получаться, не беда, можно обратиться к тексту и посмотреть вариант ответа в тексте. Кроме того, я советую не игнорировать и тот раздел учебника, который называется «Хрестоматии». В «Хрестоматиях» содержится не так много материала, чтобы с ним было бы невозможно ознакомиться в обозримо короткие сроки. Вместе с тем, материалы «Хрестоматии» часто помогают понять суть предмета, поскольку все-таки объем учебника не очень большой, и выбраны именно те дополнительные материалы, с которыми вы можете познакомиться сразу же внутри этого учебника. Поэтому я советую после выполнения задания, может быть, даже и до этого, как вам будет удобнее, просмотреть и материалы, относящиеся к хрестоматии. Обязательно проходите тему за темой. Не перескакивайте от одной темы к другой, не пройдя все в последовательности, потому что курс построен в четкой логической структуре. И если вы не поймете содержание предыдущих тем, вам будет трудно ориентироваться в темах последующих. Вот так, шаг за шагом, я думаю, вы сможете погрузиться в эту увлекательнейшую науку. И науку, которая бурно развивается, это современная, одна из очень перспективных наук. И это наука, которая позволит вам более глубоко понять сущность человека
И если вы получаете психологическое образование, то я считаю, что без знакомства с психогенетикой вам просто не обойтись. Желаю вам успеха в работе с этим учебником.